Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Battle Chasers. И у нас первый бой. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами победили робота-пикинера, спасли Монику, и теперь, наверное, нам нужно будет вернуться в деревушку, отчитаться по полной программе и поставить Монику, естественно, себе в команду, чтобы посмотреть, что у нее за способности. Ну, а пока давайте разбирать вот этих сосунков. Это у нас вот кто? Рукопашник и... Как же его звать-то этот? Пушкомет? Если я не ошибаюсь. Пушкомат? Да-да-да-да, конечно. Не тут-то было, родной ты мой. Вот, выкусите огня. Пушкомат, правильно я сказал. Так, ну что, Галисон, давай, наверное, мы с тобой проучим их маленько. Так, Гаррисон. Какой же это Гаррисон, когда это Калибретто? Конечно же. Давайте будем подхиливаться от того, что будем бить врагов. Куда ты разогнался? Так, отлично. Бомби ауру земли. Все, шикарно. Так, тихонько, только не... Ага. Пронесло, как говорится. Давайте мы будем лечиться с вами, потому что у нас у Калибретто очень мало хп. Но Анолан нам в этом деле поможет. Так, давайте-ка сделаем реки крови. Давай, Гаррисон, жги. Пронзающий удар, отлично. Кровотечение повесили, в общем, все, что полагается. Ну, а Калибретто у меня будет делать целительную волну. Давай-ка на себя, родной. Ну что, можно уже, в принципе, потихонечку и разбирать. Давайте, наверное, сделаем огненную бурю. Калибретто себя подхилил. И сейчас бандит бьет. Теперь Гаррисон. Ну что, Гарри, давай-ка мы с тобой... Ух, нету у нас, нету маны. Придется тогда бить вот так вот. Пускай стекает кровью этот рукопашник. Кому? Оу, Нолан, ты практически уже готов. Надо тебя срочно как-то отхиливать. Так, ну, Калибретто, давай, хиль Нолана. Вся защита. А здесь мы сделаем, наверное, парирование. Давайте сделаем все-таки его, потому что... Весь получаемый урон снижается. А это нам сейчас очень-очень важно. Ну, насколько? Ух, Нолан, отлично. Ты практически у меня заново родился. Теперь вообще фул хп. Так, куда этот бомбит? Как же ты меня достал, а? Пушкомат. Выброс ЦИ. Подготовка. Вот так вот. Ну, давай сделаем удар под дых. И думаю, что сейчас мы его будем уже разбирать. Да куда тебе там? Не тут-то было, родной ты мой. Исцеление ран? Нет, мы сделаем вот так. Общее лечение. Будем уже добивать. Хорош с ним тютюкаться здесь. Подхил общий. Вот так вот. И снова в бой. Так, а здесь можно сделать целительную волну. Да-да-да, именно на Гаррисона. Потому что... Оу, нет, ребята. Берегите девчонку, сказал Гаррисон и упал. Не успел ты, Калибретто. Не успел, блин. Упал Гаррисон наш. Черт подери. Ну что, я думаю, наверное, мы с вами добьем их и так. Должны давить. Иначе нам придется отхиливать Гаррисона. Но я боюсь, его опять завалят. Так, добиваем этого рукопашника. И займемся уже плотнее с пушкоматом. Так, ледяной залп. Да, давайте его заморозим. Чего? 35 УЗ отнял всего? А вот это уже плохо, ребят. У меня один Нолан только остался. Давай жечь. Вот так, нормуль.
Так, следующий у нас будет удар. Вот этот вот, зловещее присутствие. Жгите щупальца этого гаденыша. Призываем. И да, мы это сделали. Ну что же. Нолан, кстати, скоро у меня получит 11 уровень. Буквально через бой, два. Ну, а пока мы с вами идем обратно в деревушку. Да, да, именно туда, потому что восклицательный знак гласит: сходите ко мне и издайте задание. Так, ну а здесь у нас таверна Беспредел. И если мне память не изменяет, здесь нельзя ничего ни купить, ни продать. Хотя мы можем с вами здесь просто пробежаться и убедиться именно в этом. Может быть, я ошибаюсь, кто его знает. Давайте глянем сейчас. Нет. По-моему, все-таки здесь мы ничего не можем сделать. Это как обычное подземелье. Ага, вот смотрите-ка, ящичек. Почему-то я его не взял в прошлый раз. Видимо, прозевал. О, у нас тут, смотрите-ка, есть сундучок. Так. Открываем. Хм. Мини-пушки. Ну что ж, неплохо. Так, она у меня на какой? На 9-й. Одеваем. А это у нас на 11-й. Физуха упадет. Магическая защита тоже упадет. А мне это нежелательно. Так, здесь тоже не айс. Вот эта вот курточка хороша, хороша для Гали. Но Гали у нас с собой, к сожалению, не взята. Поэтому придется нам в любом случае возвращаться в деревушку-то. Давайте подхилимся. Я думал, что у Калибрета будет отхил. Но у него нету. Я имею в виду, который вне боя. Все потратили. Это если мы в таверну придем, ляжем спать, отоспимся. Тогда да, мы восстановим себе все абсолютно. Все силы, всю ману, всю магию. Все как полагается. Ну а так как нам далеко туда бежать, я решил подхилиться именно здесь. Да, за счет пробирок. Потому что вы видите, у Калибрета нету отхила вне боевого. Ладно, покидаем мы эту зону. Здесь, как я и говорил, делать нам нечего. Нас здесь плохо кормят. И вообще нам здесь не нравится. Так, покидаем эту зону. Чем выше рейтинг критичности, тем выше шанс нанести противнику повышенный критический урон. Вот так вот. И у нас тут дорога будет, наверное, не очень такая спокойная. Уже всякие роботы сидят. А мы попробуем это все дело оббежать. Ну, а тут у нас еще и добыча лежит. Замечательно. И сундук. Просто так. Ха. Забираем. Медальон транса. Среднее зелье очищения. Что ж, довольно неплохо, я думаю. Куда же нам идти? Вниз или вверх? Я уже не помню. А, все правильно, ребята. Вот так вот нам надо... Леснодолье, паучок. Пошел вон, он даже нас не трогает. И вот она у нас, таверночка наша. А вот и вы, у меня для вас есть еще одно предложение, если интересно. Опять пауки? Нет, на этот раз кое-что совсем другое. Слизни, в канализации развелись слизни. Откуда они там взялись, слизни? Трудно сказать. Мы только вдруг заметили, что вонять стало сильнее, очень-очень сильно. Мы не очень понимаем, что там происходит, но готовы вам помочь, если вы за это возьметесь. Мы посмотрим, что там. По стаканчику? Да не помешало бы. Ну что, ребята, давайте, наверное, отдохнем с вами. По полной программе. А, нет. Галли, я с тобой. О, прости, Бретта, я... Что случилось? Опять сны.
Я в порядке. Просто с тех пор, как мы подрались с этими волколаками, я все думаю о доме, о тех, кто убил Нану. Она пыталась меня защитить, а я ее бросила и сбежала. Я помню, мы встретились той ночью. Если бы я тогда была сильнее. Бретта, ты можешь ее успокоить? Все в порядке, не нужно ничего говорить. Я только хочу побыть одна. Тихонько всхлипывает. Вообще-то, а? Если ты не возражаешь, я предпочел бы остаться с тобой, правда? Мы оба останемся. А теперь спи, мы тебя не оставим. Спасибо. Ну вот и поночевали. Ну что, ребята, давайте-ка мы с вами посмотрим, что же это все-таки за рыженькая наша бестия и с чем ее едят. Вот так, наверное, пойдем, да? Гаррисон, Калибретто и Моника. Да, я думаю, будет самое то. Ну, в крайнем случае, если что, поменяем с вами состав в группе. Ну, а мы с вами посмотрим, что у него есть за товары. Так, оправданный риск. 27 силу атаки на несколько боев не годится. Крылышки тоже, кстати, не очень-то хорошо, потому что, ну, мало-мало на самом деле прибавляют. А ценник, извините меня, 239 золотых. Ай-яй-яй, как-то это все неправильно. Так, удочки. Удочки, маленький червяк. Слушайте, я даже не знаю, стоит ли вообще это все брать. Сила выуживания 63. Тут 90, непонятно вообще. А это уже мое, насколько я понимаю, да? Да, то, что я, видимо, продал. Да и фиг с ним, пускай там валяется дальше. Заходите. Так, ну что, пойдемте, наверное, с вами сходим в канализацию. Так, у нас там, он сказал, слизень. Ну, мы на него хотя бы глянем. Ну что же, вот мы опять с вами в канализации. Исследуемая зона. И побежали смотреть, что здесь есть. Скелетик какой-то. Вы обращаете внимание на то, что скелет абсолютно лишен всяческой плоти. Вдобавок он покрыт тонкой пленкой какой-то слизи. Поблизости лежит дневник. Журнал потрепан и покрыт слизью, но несколько ценных пассажей прочитать можно. В одном из них говорится об ассистенте по имени Макс, в другом о последних моментах жизни алхимика. Ну давайте вот так вот. Никогда бы не подумал, что эти штуки будут так сильно жечься. Хорошо, что я догадался взять с собой эликсиры. Настойку усиленного роста оставлю на крайний случай, если будет совсем тяжко. Бутыль со значенной настойкой открыта и опустошена. Должно быть, урок он уже освоил. Нужно за ним сходить. Следующий разборчивый абзац. За последние несколько недель мне стало ясно, насколько больше независимости мне требуется, чтобы стать по-настоящему великим алхимиком. Ну, как-то так нам было все это описано. Осмотреть скелет. Сложно сказать, как давно этот человек умер. Судя по разбросанным вокруг бутылкам, вы предполагаете, что он был алхимиком или кем-то вроде этого. Следы странного цвета жидкости ведут в сточные воды. Ну, тогда мы туда и спустимся. Так, ага, вот оно что. И у нас здесь появляются слизни. Черт подери, неужели вляпался? Новый зеленый слизень. 250 хп. И, ребятушки, он все-таки 12 уровня. 12. А у меня только лишь Моника 13. Ну, давайте посмотрим, что она вообще умеет делать. Наносит 82 единицы урона, повышает вероятность уклонения на 10%. Наносит 68 урона и накладывает случайный негативный эффект. Ага, здесь она повесила кровотечение. Хе-хе! Слизнюк сдох. Даже не успел ударить. Ну и по делам ему. Так, замечательно. Так, ну хорош. Нападет же, да? Так, а тут смотри-ка, увязался за мной и не отступает. Здесь тупик. Черт, они меня зажмут сейчас. А может быть и нет.
Ядрёна, ты вож, посмотрите, какая за мной куча этих уродов бежит. Так, здесь у нас... Что это за запах? Ой-ой-ой. Все, ребята. Двинуться я никогда не могу. Видимо, это босс. Босс всех слизней. Ух, глупые смертные, вы думали, что можете меня победить? Как опрометчиво, теперь вас ждет суд богов. Да нифига ты. Оу, ну и запах. Неплохо, но нет. Слизни холм. Ну и название, а. Блин, ну он здоровый, уровень-то какой, 12-й. Получи-ка поддых. Так, давайте-ка мы сделаем, наверное. Ну это я не хочу пока. А здесь у нас засада. Но надо быть незаметным. То бишь в инвизе. Угу. Давайте-ка вот так вот сделаем. Ну что, Гаррисон, будем делать, а, с тобой? Давай бодрящий удар. А ну-ка, все, незаметное стало, молодец. Так. Ага, вот он что делает. Он, значит, всех отравляет. Это не есть хорошо, ребята. Блин, 84 ОЗ за один ход. Слушайте, мы так далеко не уйдем. Ладно, давайте что-нибудь попробуем другое. Огненное, блин, что огненное, что ледяное, одинаковый, да? Отвлекающий выстрел, нет. Все не то, ребята, только лишь засада. Черт подери, а, 84 ОЗ. Втягивание жизни. Нету толку. Воинская решимость. Не давайте опять, наверное, бодрящий удар. И он еще раз плюет. Оу, калибре-то упал. Отвратительно. 1960 хп осталось у слизнюка. Мы практически ничего и не отняли. Били, 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 били. И даже половину хп ему не отняли. Так, посмотрим, что это за удар. Так. Послала поцелуйчик. И вот так вот. Ну что ж, неплохо. 425 дамага было нанесено. Так, бодрящий удар. Ну давай сделаем бодрящий удар. Черт подери, все. Гаррисон у меня ни хрена не успел сделать. Мистическая хворь. И я боюсь, что сейчас... Да, скорее всего, так и будет. Добьют мне Монику. Черт подери, да, не ожидал, что я здесь погибну. Но зато я буду знать, что, скорее всего, мне еще сюда рановато идти. Надо немножко подкачаться, окрепнуть, а потом уже ему наваляем с вами. Это я вам как пить дать говорю. Так, и у нас... Давайте-ка мы здесь кое-куда зайдем. Привет. Привет. Мои знания в вашем распоряжении. Спасибо. А мне как раз нужны вот эти все твои замечательные книжоночки. Да, ребята. Давайте, наверное, скупим... Скупим все. Все книги. У меня, надеюсь, хватит денег-то. Так, это 200. 315. Да, вполне. Даже еще и останется. Так, и это покупаем. Ну, а здесь нам уже ничего не нужно. Давайте выходить. Пламя все еще горит. Еще раз спасибо за помощь сухоземье. Да ты и сама бы справилась. Да, но пришлось бы гораздо дольше идти обратно. Если мои рецепты вам понравились, приходите, я обязательно научу вас чему-нибудь новенькому. Так, значит, давайте-ка применим книги. Железная воля, ловкость. Так,
А здесь у нас что? Разящий ветер, мощь, проклятие магов. Это мы рецепты с вами изучаем пока. Тяжеловес, умелое оружие. Цитадель, сокол, живучесть. Оружие оберег, умелое оружие. Ну, давай, давай. Ускорение, шипы. Так, все. Куда же мне это приткнуть? Ничего не подходит. А ну-ка, что здесь у нас? Коллекционер, да что нашли-то? Давайте продадим эти артефакты, чем мы с ними ходим, как курица с яйцом, они нам не нужны. А темные камушки получаем. Сколько у нас? Нужен 15 уровень. Хм. 19 теневых камней у меня, пистолеты карманника. Опять же не подходит. Что за хрень, а? Почему-то они перепрыгивают мой уровень. Я еще совсем недавно хотел взять на какой там? На 10 левел, по-моему. А он, смотри, как быстренько рванул. Мощное зелье воскрешения. Тут вообще что-нибудь есть по адекватной цене? Случайный набор предметов клыкастого пути. Реальный шанс, что там окажется снаряжение эпического уровня. Книга, скрывающая колоссальные знания, дает 1 очко таланта всем героям. Так, тут всей группе. И стоит 25 тень монет. Обосраться. Великий том. Охренеть. Так, простой том потенциала выбранному герою. И том знаний для Калибретта. Ну, тут все понятно. В общем, для Гаррисона, для Моники не нужно нам здесь ничего. Че ты ржешь-то, а? Алхимик тупорылый. Ой, ладно. Давайте-ка здесь с вами забираем награду. И в конце концов надо нам бежать на задание. Да-да, именно туда. Так. Смотрите-ка, никто нас пока не трогает. Бежим себе спокойненько. Ага, вот, значит, куда. Тут у нас какая-то решетка. Южные врата. Посреди замшелых развалин стоит внушительная дверь. За ней на болотах бушует непогода. И... Южные врата. Исследуемая зона. Ух ты, кто-то стоит, смотрите-ка. Стойте. И полегче с оружием. Это мы еще посмотрим. Объясни сперва, кто ты такой и что ты здесь делаешь. Могу задать вам тот же вопрос. Но остров полумесяца невелик, и ваше присутствие тут уже не новость. Так, продолжай. Мое имя Алюмон. Я последователь Ордена. И я полагаю, что наши цели совпадают. Слабо в это верится. Вы уже встречали бандитов. А значит, вам известно об артефакте, который попал в их руки. Так и что с ним? И что это за темная госпожа такая? Их нанимательница. С помощью подобных артефактов... Она увеличивает свое могущество, чтобы обзавестись армией ходячих мертвецов. То есть она некромант? В некотором смысле. Предполагаю, что она в могильной вахте за этими вратами. К сожалению, это особенное место. И чтобы преодолеть эти ворота и последующие препятствия, нам потребуется кое-что необычное. Артефакт, который позволит нам отправиться в мир мертвых, где все не то, чем кажется. Мироходческий артефакт. Да, под названием «Гиблое сердце». Он был у местных волколаков, с которыми вы, как я понимаю, уже познакомились.
С его помощью они пробираются в мир мертвых и таким образом попадают на другую сторону врат. И дальше, в могильную вахту. И как нам его достать? Они умудрились потерять его во время поисков другого артефакта в раскопе, шахте в Сухоземье, где добывают ману. С тех пор южные врата для них заперты. Дай угадаю. Теперь мы должны пойти в эту смертельно опасную шахту, найти эту штуковину и притащить ее сюда, чтобы тебя выручить. Я умею путешествовать между мирами, однако не могу никого с собой взять. Получив гиблое сердце, мы сможем все вместе атаковать могильную вахту. В одиночку мне с Дестрой не совладать. С Дестрой? Это ваша темная госпожа. Ведьма, если точнее. Я отправлюсь за ворота, чтобы приглядывать за ее прихвостнями. Если вы вернетесь с гиблым сердцем, мы еще встретимся. Еще? Мы в первый-то раз такое удовольствие получили. Удачи. Направляйтесь к могильной вахте, выполнено. Найдите гиблое сердце, погребенное в Сухоземье. Так, значит, нам нужно возвращаться в Сухоземье. Вот незадача, а. Закладка «Журнал» в руководстве позволяет отслеживать основные и дополнительные цели. Угу. Ядреного штока с Сухоземья пришли и опять нас туда направляют. В гиблое сердце. Ладно, нам деваться, ребята, некуда, придется туда мотылять. Хотелось бы, конечно, как-то сократить себе путь, но, по всей видимости, нам этого не светит. Ладушки, добежим, не обломаемся, да? Так, а портал-то мне здесь пригодится хоть, нет? Ну-ка, давайте-ка. Блин, все время путаю, он же вот здесь, в Сухоземье. А, черт, я думал, что мы здесь пробежим, но не тут-то было. Кто это? Кожистокрылые мыши у нас. Получи. Так, давай, Гаррисон. Я думаю, сейчас они все упадут от одной только волны. Тунс. Ого, Моника-то жжет не по-детски. Давай, Калибрета. Удар под дых. И убил ты мышку. Ну, Гаррисон, жги. Опачки. Промах. Ну, выкуси укус химеры. Слушайте, а мне нравится Моника, в принципе. Хм, как всегда. Так, отлично. Ну, и еще мышки. Сейчас быстренько с ними разберемся. А никакого. 6-го уровня. Самая пора применить приемчик. И это еще только начало. Да не на удар, просто-напросто, ватные. И опыта ни шиша не дают. Это плохо, с одной стороны. Давайте заберем здесь награду. И это тоже забираем. И вот эту тоже заберем. Ну, вот так. Слушайте, нам что по верху, что по низу идти, все равно драться придется. И здесь у нас паучок. Ага. И могучий земляной дух. Ну что ж, давайте проверим духа на прочность. И мы ему пробили грудину. Так что можно смело его убивать. Слабак, одним словом. Все. О, да. Так, паучок. Дурачок. А ну-ка, получи.
Гаррисон, давай быстрым ударом закончи это дело. Нужно было лучше следить за защитой. Да если бы они даже хоть как тут следили, все равно бы мы их порвали. Смотрите-ка, сколько хлама лежит на дороге. Руины форта Златоречного. На грубой двери ярко-белая краска, выведено предупреждение. Шахта небезопасна, вход закрыт ради вашей безопасности. Вельд. Заперто? Ради нашей безопасности? Какой недоумок. Эй! Дедуля, я здесь, если что? А? Кто? Дедуля. Да тебе самому лет 200 должно быть. Не надо преувеличивать, всего 157. Я ошибся, всего на 43. Это много. Ладно, чего вы тут в раз копеш ныряете? С чего это я должен? Простите, дела у нас в последнее время не ладятся. Это вы заперли шахту? А то! Вельт меня звать. Вкалываю на этих холмах, сколько себя помню. Как все пошло наперекосяк, решил запереть шахту. Нам очень нужно туда, там внутри нечто очень важное. Да слыхал я такое. Вы хоть представляете, во что ввязались? Неразумно, мне кажется, пускать туда ребенка, пусть даже с сопровождением. Эй, мы в состоянии за себя постоять. Вы, конечно, здоровее. Здоровее, Вельта. Мне будет только лучше, если там станет спокойнее. Вот что, я вас пущу, если вы наведете там порядок. Спасибо вам. И еще одно условие. Если вы найдете там редкую руду, вы поделитесь с Вельтом. Ладно, мы сюда не за рудой пришли, в конце концов. Если найдем что-нибудь необычное, покажем вам. Договорились. Раскоп принимает гостей. Я буду на своем обычном месте к югу отсюда, если что. Спасибо. Рано меня благодарить. Вы еще не видели, что там внутри. Ворота в Раскоп открыты. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать выпуск. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим проходить. А на этом все. Всем пока, до скорого. Ах так! Ах, вот и как! Ах вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...